Ученица Староскольской детской музыкальной школы номер 4 Карина Антипова выступила на сцене Большого театра. Оскольчанка пела на юбилейном концерте, посвященном народной артистке и композитору Александре Пахмутовой. В составе трио финалистов телевизионного проекта «Синяя птица» Карина исполнила песню «Хорошие девчата». На большой сцене юная оскольчанка с 2014 года Карина неоднократно становилась победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов. Занимается с талантливой девочкой педагог Любовь Крестенко. Помимо пения, Карина Антипова играет на фортепиано.